Здравствуйте. Скажите, чем сегодняшний процесс закончился по операции над любовью? Ну, собственно, достаточно ожидаемо нам отказали в удовлетворении нашей жалобы, хотя, на мой взгляд, были абсолютные основания для того, чтобы ее удовлетворять, для того, чтобы отменить этот незаконный арест. Ну, собственно, очередное политическое дело, очередное по нему политическое решение, хотя и было видно, что, в общем, судья... в общем, воспринимала все те доводы, которые я излагал, но, тем не менее, было решение, на мой взгляд, уже написано заранее, поэтому здесь, в общем, ничего нового. Но будем обжаловать дальше, будем обжаловать в Европейский суд по правам человека. Кассации не будет? Нет, в кассацию тоже будем обжаловать, но как бы кассация это для нас, в общем, то же самое. То есть я не думаю, что это решение в кассации каким-то образом изменится. Поэтому для нас основная цель – это Европейский суд по правам человека. То есть то, что сейчас Любовь Соболь не дала никакого комментария, также действует запрет на общение со СМИ, правильно? Да, соответственно, точно так же. То есть мы, опять же, она просила для того, чтобы изменить ей некоторым образом условия содержания под домашним арестом, она просила прогулки, она просила возможность дочку водить в школу и забирать ее из школы, она просила раз в неделю посещать ей церковь, но, к сожалению, даже в этих небольших, так сказать, услугах нам все равно отказали. Спасибо. Да, не за что.